В Актобе с 1 сентября повысят тариф на проезд в автобусах до 80 тенге. Это можно назвать победой горожан. Ведь перевозчики требовали удорожания до 212 тенге. Эта сумма по подсчетам автопарков могла компенсировать их расходы на запчасти и ГСМ, и зарплату рабочим. Для льготной категории пассажиров тариф составил 60 тенге. Половину от тарифа будут платить дети в возрасте от 7 до 15 лет. На данный момент цена на проезд в автобусах Актобе 55 тенге, но он один из самых дешевых в Казахстане. Переговоры о повышении длились 5 лет, но, по мнению чиновников, автопарки не всегда честно предоставляли данные о пассажироперевозках. Поэтому власти ставят условием введение системы электронного билетирования, чтобы сделать доход перевозчиков прозрачным.